Сводный десант этим утром вновь ждал ярославских должников на проспекте Фрунзе. Как и на прошлой неделе во время рейда, ловили при помощи современных технологий. Видеокамеру установили в полукилометре, она фиксировала номера проезжающих машин, компьютер проверял собственников автомобилей по базе данных и должников. А дальше в работу вступали сотрудники ГИБДД. Остановленный водитель сразу же оказывался под градом вопросов налоговых инспекторов и судебных приставов. Один из водителей едва не лишился машины. Иномарку готовы были арестовать за долг по имущественному налогу. К слову, таких должников в Ярославской области более 70 тысяч. Сотрудники налоговой инспекции напоминают, оплачивается этот налог до 2 декабря. За час работы судебные приставы уже остановили 4 автотранспортных средства должника, произвели арест одного автомобиля. Соответственно, если не будет предпринята мера у должника к погашению задолженности, то автомобили реализуют. Во избежание подобных ситуаций, в которых за налоговые долги осуществляется арест имущества, необходимо регулярно контролировать состояние расчетов перед бюджетом, своевременно и в полном объеме уплачивать налоговые платежи.